осталось немножко пива. Вот. Хотелось бы выпить его до конца, но даже это не важно. Нужна сама колба, чтобы поставить домашние наливочки. Газ я пить. Посмотрим, как это работает. Берем крышечку от баллончика обыкновенного газа. И вроде как должны нажать газовый импульс. Ну, посмотрим. Работает, газы выходят, но на самом деле очень тяжело, но выходят. Вот, колба становится хоть чуть-чуть помягче, но сил много требуется на самом деле, да. Просто пока газы не спустим, открыть мы, конечно, не сможем 100%. А как они взрываются, я видел вживую. Не хотелось бы повторять. Так. Вроде газы все вот спустили. Колба стала мягкая. Рука тоже с вмятинами. Так, попробую открыть. Вроде я человек не слабый. Но я вам скажу, не открывается. Наверное, надо будет попробовать газовым ключом. Ну. Буду пытаться дальше.